Праздник плуга или сабантуй – день, когда воедино сливаются красивые обычаи народа, его песни, пляски и обряды. В старину татары и башкиры отмечали так окончание полевых работ, а теперь это больше традиция. Поздравить жителей и гостей Самары с национальным праздником приехали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они попробовали традиционные угощения и посмотрели работу площадок. Поздравляю вас с замечательным праздником, праздником многовековым. А самарская земля бережно хранит традиции, заветы предков. И я очень рад, что праздник День плуга Сабантуй собирает традиционно здесь, в парке Гагарина, людей разных национальностей, разных вероисповеданий, людей, объединенных одной заботой о родной земле. Одна из традиций сабантуя – проведение национальной борьбы кереш. Это вид спортивного единоборства на кушаках. Цель борца – положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Целая делегация атлетов приехала в Самару из Татарстана. Динар Калимулин сразился с 5 соперниками и стал абсолютным батыром. Я сам начал в 6 лет заниматься этой борьбой. Уже 18 лет занимаюсь. У меня эта борьба в крови уже. В крови. Вот мы приехали сюда первый раз, на Самару. И вот выиграл сегодня. Очень рад. Барана выиграл. Изюминкой праздника стала выставка блюд татарской кухни. Гости смогли попробовать традиционный чак-чак, натх и многое другое. Называется это блюдо баурса. Также мы представляем... Вот это блюдо называется урама, тоже национальное блюдо. И также губадья национальное блюдо. И у нас самые традиционные, самые вкусные блюда, это у нас вяленый гусь. Сабантуй объединяет в себе черты театра, стадиона, пикника, концерта, фестиваля, ярмарки. В этот день в парке повсюду звучит национальная музыка, и гости не упускают возможности потанцевать. Мы радуемся, что проводится каждый ежегодно сабантуй, наш национальный татарский праздник. Вот, где у нас есть возможность увидеться с родственниками, знакомыми, посмотреть концерты, выступления талантливых артистов. Каждый год встречаем этот праздник, ждем его. И здесь все национальное, и блюды, и народ свою одежду одевает, всю прекрасную, мусульманскую, татарскую. И это все объединяет. Вообще вот как одна большая дружная семья. Здесь вот в Самаре встречаемся, руководство Самары приезжает, это очень приятно, общаемся все вместе. Спасибо всем огромное. В этом году в Самаре сабантуй отметили в 33-й раз. На главной сцене праздника выступили народные артисты Республики Татарстан, коллективы из Азнакаевского района Татарстана, а также ансамбли Камышлинского, Похвисневского районов Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.